Да, дорогие друзья, Руслан Албегов, первый из трех ребят, кто еще не выходил сегодня на помост, и наш чемпион мира прошлого года начинает с веса 203. Ой-ой-ой-ой-ой. И начинается с ошибки, к сожалению, для нас. А все легко было изначально. Высоко вытянул, вот, не закрепился в нижней точке. И попытка потеряна, снова нужно будет подходить к этому весу. Попробуют прибавить, может быть. Тут недалеко до остальных. Ну, здесь, я думаю, тренеры определят все-таки. Слышим мой голос Казбека Залоева. Не торопись. Держать, 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 Руслан, стой. Молодец. Справляется с весом. Фух, ну чуть полегче стало. Начало положено, еще одна попытка. Достаточно легко. Все-таки взметнул над головой Руслан Албегов штангу. Ну, сдается мне, шалят нервишки у ребят. Конечно, но это чувствуется, чувствуется. Всегда, когда ты видишь, что ты будешь бороться за золото, ты начинаешь переживать. Ты стараешься гнать от себя эти мысли. Но все равно где-то наверняка это проскакивает. Да. Граммов аккуратно пятерку прибавляет. Да. В прошлом году показывал 209 в этом упражнении. Пожалуй, это его лучший показатель из последних. Держи, Рус! Руслан, стой, 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 молодец, Руслан Албегов, есть 210, аплодирует ему его друг Давид Биджанян, который вчера установил мировой рекорд и взял бронзу. Руслан Албегов устанавливает свой личный рекорд, на международном помосте не покорялись ему эти килограммы никогда. В своем стиле, так вот, очень аккуратно при вставании, но уверенно. Ну, Руслан немного разозлился, наверное, после вот осечки на первом весе. Но в целом килограммы приличные. Ну, остается вопросом, что он будет делать. Иранец может также стартовать с 245, а может сразу же прибавить 5 килограммов для первого подхода. Двадцатишестилетний владикавказец Руслан Албегов. Лидер после рывка. 245 для начала. Неплохо. Стоять, 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 Руслан, стоять, молодец. Ну что ж, гарантирована медаль у сборной России на этом чемпионате мира уже 100%. Хорошо, мне понравилось, как с груди работает Руслан. Иногда вот он ошибается даже в первых попытках, но сегодня без вопросов. И двукратный чемпион Европы, чемпион мира прошлого года, призер Олимпийских игр Руслан Албегов продолжает лидерствовать. Да, ну иранца сразу автоматически он загоняет на 250, уже серьезные 250 килограмм. Ним пропускает вперед Алексея Ловчева, которого сейчас вызывают на помост. Иранец заявил на килограмм больше. 252, те самые, которые позволяют рассчитывать на золото чемпионата мира.
Неплохо. И за голову, держать, за голову, держать, Руслан, держать, держать, за голову. Ай-яй-яй-яй-яй, ну как так? Ну все, штанга над головой, опять толчок в груди подводит наших ребят. Еще одна попытка у Руслана Албегова. Так, нужно успокоиться здесь и понять, что же делать. Выходить на этот же вес или... Да, здесь... Или загонять иранца на... Большие килограммы. Решение за тренерами. Иранец 257 заявил, а Вовчу 260. Будет ждать выхода иранца, чтобы отобрать золотую. Нужно будет золото. А, Руслан Албегов. Все-таки Руслан Албегов. Спокойней. На грудь легко. Вес опробован. И уже неоднократно поднимался Русланом. Видели мы, что Салеми несовершенен и не всесилен сегодня в рывке. Ошибался он также и, возможно, в толчке повторения. Но все это обязательно нужно сделать именно сейчас. Именно толкнуть и забрать золото обратно. Потерпи! И держи, Рус, держать, за голову! Держать! Молодец, Руслан Албегов! Ну что ж, да, к сожалению, это надо было делать раньше, но теперь все в руках и в ногах иранца. Ему нужно будет поднимать на 5 килограммов больше, 257 килограммов. На грудь возьмет, сомнений нет, с груди... Да что-то как-то уж... Посмотрим. Вот, ну, все-таки он олимпийский чемпион. Он имеет характер. Ловчев пропускает, да, иранца? Да, Ловчев будет выходить на победу, будет пытаться завоевать золото в толчке. Да, Руслан в прошлом году 255 показал на чемпионате мира, когда он выиграл. Но Салеми тогда не было в прошлом году. Салеми пропускал чемпионат мира по причине травмы. А Ловчева вызывают, судя по звукам, которые мы слышим.